Артем, аккуратно. Як літує. Все ж думали, скоро закончится, понимаете? И я думала, как мама перенесет дорогу, все-таки 85 лет, я боялась ее тащить. Но уже последние вот эти грады, которые летали, уже сказала, все, я больше не могу. Ну, мы сидим в подвале, падают эти грады, и аж подвал вот трусится просто. Ну, уже нет сил, отопления нет, света нет, приходишь в холодную квартиру, холодина страшная, ну... Ну, это не жизнь просто, это ад, все. Ехать нету Мариуполя у нас, ничего нету.